Из Москвы пришло распоряжение, приказ исполнить 7-ю симфонию Шостаковича. Грандиозная премьера на канале «Россия». Все шире ползут кровавые пятна, в железном прахе земля. Алексей Кравченко. Мне поручено собрать оркестр. Я его соберу с вами или без, это понятно. Наталья Рогошкина. Люди устали. Издергались. Чем больше хаоса вокруг, тем больше должно быть порядка здесь. Елизавета Боярская. Вы играете без черных клавиш, как бы с чистого листа. В музыке это начало-начало. Тимофей Трибунцев. Так хочется сказать вам что-нибудь неприятное. Алексей Гуськов. Давайте хоть что-то сделаем для искусства. Виктория Толстоганова. Все твердят о подвиге ленинградцев, но правды положения дел не знает никто. Передаю вам лично в руки, как обещал. Что это? Партитуру 7-й симфонии доставили через линию фронта на самолете. 7-я симфония с 8 ноября в 21:20.